Девочки, всем привет! Сегодня я сделаю обзор на манго. Буду собирать образы именно из новой коллекции, так что добро пожаловать на мой канал. Я, как всегда, сейчас пройдусь, посмотрю, что там интересного можно взять в примерочную, и встречаемся с вами, как всегда, в примерочной. Я сейчас нахожусь в манго и готова вам показывать первый образ. Кто не знает, я персональный стилист, работаю и живу в Англии. Все ссылочки на вещи будут, как всегда, под этим видео. И давайте начинать. Что на мне? На мне платье длиной макси. Оно очень красивое. Единственное, это большой размер на мне. Размер М, сюда мне нужна S-ка, но S-ки, к сожалению, нет. Рукава интересные, мне очень понравилось это платье. Я добавила сюда сандали на платформе, платформа не тонкая, не толстая, в принципе, средняя. И мне очень понравился этот образ. Подойдет девушкам такой контраст, сильный контраст цветом, у кого высокий контраст в лице. Будет очень красиво таким девушкам такие цвета, любые цвета, насыщенные тем, у кого контраст в лице. Ну, платье очень красивое. Единственное, большой размер. А, и сзади, девочки, спинка открыта. Я вам сейчас покажу все поближе. Очень понравилось, красивое. Хочу вам показать это шикарное платье поближе. Здесь спинка будет вот так вот на резинке собрана. Цена платья 70 фунтов, размер M. Но мне нужно было размер, скорее всего, S-ка. И сандали. Хорошие сандали. Такие сандали вообще будут круто смотреться и с джинсами, и с брюками, и с платьем, и с юбкой. Вообще будут универсальные. Мне они очень также понравились. Цена 60 фунтов. Удобный. Стоять было удобно. Тут вот ничего мне не давило. Не тяжелые, не легкие, но и не тяжелые. В общем, хорошие сандали. Ну, а у меня готов очередной образ. Хочу вам показать, на этот раз короткая юбка. Внутри обычный свитер. Обычный свитер. Главное, чтобы он не был маленьким на вас, да, чтобы не выглядел как мал, да, вам, а чтобы была свобода. Поверх на мне тренч-коут. Это мой тренч-коут. Я все ссылочки, девочки, оставлю под этим видео. И фишка, изюминка в этом образе – это ботильоны. Они крутые. Они очень крутые. В общем, мне очень понравился этот образ. Очень красиво, женственно. Такие ботильоны красиво будут сочетаться не только с юбками и с платьями, но и с брюками, джинсами полной длины. В общем, ботильоны крутые, девочки. Сейчас я вам покажу все поближе. По вещам в образе, что на мне было? Свитер был красный. Единственное, свитер мне бы хотелось, чтобы он был другой, чтобы он был по лучшего качества, да, потому как трикотаж тонкий очень. Ну и юбка. Юбка также тут может быть любая, трапеция, да, длиной короткой, да, длиной мини. Я думаю, у многих девушек есть такие юбки в гардеробе. Тренч-коут это мой. Все ссылочки, где я его покупала, я оставлю под видео. И фишка, изюминка в этом образе, это сами такие ботильоны. Крутые ботильоны, они очень легкие. Здесь, девочки, резинка, она тянется, плотная резинка. 60 фунтов. Ну, мне они очень понравились. Они очень легкие, невесомые. Несмотря что высокий каблук, они очень удобные. А что здесь? Здесь у меня футболка. Футболка идеальная, девочки. Вот просто идеальная. Мне вот все мне нравится. А тут еще два тренда. Первый это цвет зеленый. И второй мы продолжаем носить подплечники. Если у вас есть вещи с подплечниками, продолжаем носить. Я люблю. Мне нравится такой тренд. Мне нравится в этой футболке рукава. Они вот отличные. Не сильно короткие, не сильно длинные. Потому что часто, когда рукава вот такие вот очень короткие, это делает еще больше плечи шире. Ну, некрасиво. В общем, качество материала плотный у футболки. Мне нравится ворот, где находится он. В общем, футболка хорошая. К этой футболке я добавила джинсы.
я добавила джинсы и клоги. Здесь клоги совершенно другие, не такие, как в Zara. Я вам поближе покажу, но они, если вы будете такую обувь сочетать с современными вещами, то получится у вас стильный современный образ. Но если вам клоги не нравятся, вы можете добавить сюда сандали, к примеру, даже вот эти вот, да? Или вы можете добавить сюда кроссовки, кеды, какие-то босоножки даже, где есть каблук, да? Где тонкие ремешки, вот сейчас тоже актуально, да? Также будет очень красиво и женственно. В общем, вариантов много. Я сейчас добавлю сюда тренч-коут из манго и покажу вам еще вместе, как это все будет выглядеть. Ну что, я сюда добавила тренч-коут. Очень он мне понравился, девочки. Он по цвету светлый. Не чистый, конечно, бежевый, но я считаю, если у вас холодный подтон кожи, то это самый лучший вариант, потому что часто тренч-коут именно вот он довольно, ну вот как бежевый, да, вот как не чисто бежевый, здесь он довольно-таки приятный цвет, именно подойдет девушкам, у кого холодный подтон кожи. Мне нравится, мне очень понравился этот тренч-коут, он свободный, он плечо, я вроде как на месте, но немножко спущено, да, широкий рукав, то есть очень в нем комфортно, он стильный, современный, в общем, очень понравился. Очень понравился образ. Я бы так носила с удовольствием. Вот правда. Опять-таки, если вам не нравятся клоги, да, потому что мало кому они подходят и мало кому они нравятся, вы можете добавить кроссовки, вы можете добавить, если что-то женственное, каблук, да, какой-то, увести образ в женственный более, да, вариант. Или вот такие, как я уже говорила, сандали, также будет очень стильно и современно. Или кроссовки, или кеды. Показываю, что на мне было в образе. Футболка хорошего качества. Цена 18 фунтов. Рекомендую. Там были и другие цвета. Тренч-коут. Тренч-коут. В жизни, девочки, цвет чуть посветлее. Мне понравился цвет, потому что такой цвет именно вы редко где найдете. Кто ищет, вот у кого подтон кожи холодный, то мне кажется, это самый лучший вариант, потому что часто тренч-коут именно цвет вот встречается темный, да, или нечистый. Джинсы классные, стильные, современные, прямого кроя. Цена 36 фунтов. Но вот посадка, видите, средняя, на мне была средняя. И клоги. Вот такие. Мне кажется, они легкие. Но опять-таки обувь на любителя. Хотя в этот образ подойдет многое обувь, как я уже говорила. Ну что, я готова показывать вам следующий мой образ. Здесь яркие цвета, а именно зеленый и оранжевый. Для тех, кто любит и не боится сочетать яркие насыщенные цвета. Та же самая футболка с подплечниками. И я добавила сюда брюки. Брюки, девочки, очень понравились. Но проблема в том, что у меня рост невысокий. И сместились разрезы, видите, они внизу. Но опытная портниха, она сможет вам их пропорции, то есть сделать разрезы, пропорции сохранить, в общем, сделать так, как надо. В общем, мне нравится, поднимает настроение такой образ. Поверх можно добавить тренч-коут, в принципе, пыльник какой-то, все, что у вас есть. В образе на мне была футболка. Цена 18 фунтов, размер S, брюки 35 фунтов и те же самые сандали. Ну, а я хочу вам показать еще очередное платье, и оно мне очень понравилось. Оно пошито как рубашка, здесь идет рубашка, вот как воротник, похоже как рубашка, да? Но оно интересное, интересно чем? Здесь есть подплечники, здесь есть манжеты такие интересные, в общем, само платье очень красивое. Я добавила сапоги-трубы сюда,
но вы можете добавить любую обувь. Сюда и кроссовки подойдут, и босоножки элегантные, где есть каблучок, и сандали, да, из предыдущих образов. Даже клоги сюда точно так же подойдут. В общем, платье очень красивое. Я сейчас добавлю поверх сюда куртку и покажу вам, как будет вместе. Ну что, я поверх добавила косуху. Обычная косуха, ну как обычная, современная, да, современная кожаная куртка. Я взяла на размер больше, чтобы получить больше свободы. И мне нравится результат. Вот так это все выглядит, очень красиво, стильно и современно. Образ, скажите, не летний, да, не летний, но мне кажется, в Англии еще нет лета, нет тепла, так что мне кажется, как раз вот этот образ носить сейчас, да. Очень красиво. Единственное, берите куртку на размер, а то и на два больше, чтобы она не выглядела на вас впритык и куца, да. В образе на мне было платье-рубашка, интересный крой, мне оно очень понравилось, с таким вот воротничок, удлиненные кончики, подплечники, платье шелковое, с манжетами интересными, в общем, платье мне очень понравилось, и принт понравился. Куртка, современная куртка, косуха, да, размер S, 120 фунтов, и сапоги-трубы, цена 119 фунтов. Хочу вам показать еще одно короткое платье, оно мне очень понравилось. Почему? Потому что на запах оно идет, V-образный вырез, подплечники, также манжеты, чем-то похоже на предыдущее платье, но по-своему также красивое. Под это платье можно добавить босоножки какие-то женственные, да, или вот, к примеру, сандали. Вот такие, как я добавила, сандали. Если вам нравится такой стиль, то мне кажется, сандали очень хорошо дополняют это платье. В принципе, эти сандали, мне очень они понравились. Они подойдут под все, практически под все, что у вас есть в гардеробе. Давайте посмотрим цены и поближе покажу вам платье. Давайте покажу поближе платье. Внутри подплечники, размер XS, 60 фунтов. Здесь идут пуговки, вот одна внутри, и вот поверх еще одна, да, петельки такие. В общем, манжеты красивые, V-образный вырез получается. В общем, платье мне это понравилось. Ну и те же самые сандали. Мне они очень-очень понравились, они стильные, современные. Если вы умеете сочетать такую обувь, то она однозначно внесет ваш гардероб изюминку и сделает образ интересным. Ну что, еще один образ. Я добавила сюда укороченный жакет. Брюки те же самые, на мне были оранжевого цвета, теперь это белый цвет. Это один и тот же крой. Из босоножки маленький каблучок здесь. Здесь все портит длина, девочки, потому что длина в образе играет огромную роль. Если здесь длину убрать, сделать правильную длину для меня, то образ будет очень красивый. В общем, летний такой, в светлых тонах образ, босоножки ярко-малиновые, но их совсем чуть-чуть, и они хорошо вписались в образ. В общем, мне нравится, хороший образ получился. На лето, мне кажется, самое то. По вещам в образе были брюки. Очень хорошо сели на меня, размер 36 мой, 37 фунтов, жакет я взяла на размер больше, 60 фунтов, чтобы он выглядел посвободнее на мне. Ну и босоножки. Босоножки стоять было удобно, но я не знаю, девочки, будет ли тут давить или не будет. У меня таких не было, даже наподобие такого ничего не было. В общем, цена 50 фунтов. Яркий такой, насыщенный малиновый цвет, босоножки красивые, каблук еще такой интересный. Ну, а я еще хочу вам показать образ и сами вещи, да, мне все нравится, как всегда. В общем, тут куртка джинсовая, деним. Вот это вот, я понимаю, стильная, современная куртка. Смотришь, и глаз радуется, да? Внутри футболка. Вот в манго мне нравятся футболки. Девочки, вторую меряю. И вот прям вот рекомендую. Кто ищет футболку, да, с принтом или без, или с подплечниками, рекомендую здесь приобрести. Дальше. Я добавила брюки и сандали. Сделала цветовую вертикаль внизу, для того, чтобы мои ноги выглядели длиннее. В общем, мне нравится.
Опять-таки, тут длина. Нужно длину убирать, и тогда все станет на свои места. Хорошая футболка, хорошие брюки, стильная современная куртка джинсовая. Ну, мне все нравится. Покажу вам сейчас поближе вещи и цены. Хорошая футболка, хороший крой. Размер М я брала, чтобы было посвободнее. Цена 10 фунтов. Брюки. Брюки те же самые, девочки, это один и тот же крой. Те, что белые были в образе, оранжевые, это один и тот же крой. Они на меня идеально сели, поэтому я решила взять еще черный цвет. Куртка. Куртка очень больше мерит, потому как здесь спущенный, так, вот смотрите, рукав, широкие рукава. Из-за этого я брала самый маленький размер, XS. А так, плотный деним, стильная современная куртка. И те же самые сандали. Я уже показывать не буду подробно все. Если вам что-то понравилось, под видео будут все ссылки на вещи и обувь. Ну, а я вам хочу уже напоследок еще один образ, летний образ получился. Я добавила ту же самую куртку, платье. Платье выполнено как рубашка. Драпировка такая интересная здесь. В общем, кто любит платье Макси, Миди, да, то я думаю, что это платье стоит вашего внимания и решила его вам показать. Я добавила босоножки, те же самые малиновые. В общем, мне нравится результат. Это платье очень универсальное, девочки. Его можно носить не только летом, но если вы добавите, к примеру, из обуви сапоги, трубы и внутрь добавите водолазку, то вполне поверх пуховик, вполне можно носить зимой, да? Так что мне нравится. Нравится сам образ и нравится само платье. В общем, все, девочки, на сегодня все. Приглашаю вас со мной еще сходить в зал. Я покажу вам там, что стоит покупать, что нет. В общем, встречаемся с вами в зале. Джинсы, девочки. Что по джинсам? Вот, покажу вам крой для начала. Вот такие джинсы. Ну, знаете, тут нужно иметь длинные ноги. Или обязательно высокий каблук. Иначе будете выглядеть как гномик. То есть тут нужен рост, нужно иметь длинные ноги и высокий каблук. Если вы девушка, как я, 1,65 м, то почему я говорю? Потому что длина не полная, да, у джинс. У джинс длина не полная. Из-за этого будут резать ноги, цвет будет резать ноги, и будут ноги выглядеть короткими, да, я бы так сказала. В общем, с такими джинсами аккуратней. Платье длиной Макси, походу также из новой коллекции. Не мерила, не знаю, как сядет, но интересно, цена 60 фунтов. Интересный крой. Чулки, сапоги, чулки. Также не мерила, ничего сказать не могу, но с виду современный вариант. 70 фунтов цена. Хорошие сапоги. Сапоги-чулки. Видите, уже пора бы их вообще скидку хорошую сделать, но 70 фунтов это не дешево еще, да? Может, еще позже будет скидка еще больше. Красивые куртки, крой современный, но они очень-очень тоненькие, очень прям вот на лето, да, на прохладное лето разве что. А так цвет такой приятный, цена 50 фунтов, есть также черного цвета, очень легкие, невесомые, в общем, хороший вариант, мне кажется, на лето. Пару слов, девочки, за этот костюм хочу сказать, он есть желтый цвет и есть черный цвет. Выглядит это красиво, конечно, на вешалке, но он сядет только на девушку худую и высокую. Если у вас есть в этом районе какие-то недостатки, то здесь вот идет как туника, да, как кардиган удлиненный, но все равно это не спасет, потому что материал тонкий очень, и здесь очень тонкий материал. В общем, такой костюм подойдет только девушкам тем, у кого вот в зоне, где животик, да, бока, все идеально.
Или тогда убирать вот этот кардиган и добавлять какой-то удлиненный свитер, да, и рубашку какую-то удлиненную. В общем, играть, смотреть тогда, да. В общем, вот как-то так. По аксессуарам. Хорошие сумки манго. В этот раз багеты зеленые. Ну, он не маленький, небольшой, средний, да. Черного цвета есть. Цена 36 фунтов. Эти 20 фунтов. Есть багет оранжевый. В общем, сумки хорошие, неплохие. Есть из чего выбрать. По обуви. По обуви Челси. Мы уже мерили с клиенткой, у меня клиентка была, мы наподобие такие покупали, по-моему. Хорошие Челси, прекрасно выглядят с джинсами, с брюками, даже с платьем. Не всем, конечно, они идут под платье, но хорошая обувь. Мне еще в манго понравились лоферы, цена 50 фунтов. Классные лоферы. Они не тяжелые, легкие. Скидок еще нет. Это новая коллекция. Цены, конечно, не дешевые, но все равно тут будут скидки. И я думаю, можно будет прикупить что-то на распродажу. Хорошие ботинки. Также. Вот даже, смотрите, со скидкой, девочки, 50 фунтов. Ну, это не дешево. Ну, ботинки классные. Есть черного цвета Челси с такой подошвой, да? Бежевый контраст. Мне нравится. Прикольно, так интересно, необычно. И есть бежевые. Понравились эти платья, но красно-зеленое, здесь материал очень тонкий, девочки, и если у вас есть вот в этом районе какие-то недостатки, животик, бока, то это будет сразу видно, так что имейте в виду, что тут нужно иметь плоский живот. А платья красивые, это зеленое, здесь сбоку есть разрез, и с кроссовками, и с кедами, и с сандалиями будет красиво. И это точно такое же, только другого цвета. Брюки, которые я мерила, были у меня в образе. Здесь есть белый цвет и есть черный. Они мне, кстати, очень понравились. Цена 36 фунтов. Полная длина. Мне такая длина нравится. Всегда удлиняет ноги. В общем, брюки классные. В Манго уже не первый сезон. Вот такие казаки. Я их часто встречаю. Были до этого именно с острым мыс, теперь он немножко квадратный вот в конце, да, в общем, ну, модель почти практически одинакова. Цена 60 фунтов, рекомендую, хорошие казаки, если вам нужна такая обувь. Хочу показать, девочки, футболки вот с подплечниками. Есть коричневый, цвета черный и белый. Цена 18 фунтов. Мне понравилось качество, форма, крой. В общем, если вам что-то подобное ищете, рекомендую. Босоножки, девочки, не знаю, насколько они удобны. Я их не мерила, потому что здесь силикон как идет. Цена 50 фунтов. Современные все, но я не знаю, насколько они удобные. И говорят, что вот под таким силиконом летом ноги потеют и неудобно. Не знаю я. Еще есть яркий такой насыщенный цвет. Ну, тут мягко все. Не знаю, опять-таки, как они будут носиться летом. Цена 50 фунтов, но все мягко. Не знаю, девочки. Ну, красивый летний цвет. Современные босоножки. Джинсы, красивый такой желтый цвет, средняя по ходу, средняя посадка, 35 фунтов. Единственное, джинсы, они не полной длины будут, 7 восьмых, наверное, в зависимости какой у вас рост. Имейте в виду, что
как я уже говорила, такие джинсы хорошо могут укоротить ваши ноги. Здесь нужно то ли ноги длинные иметь, то ли рост, то ли каблук, то ли цветом вытягивать. В общем, смотреть это все индивидуально. Но такие джинсы режут ноги. Если у вас недостаточно длинные ноги, если туловище длиннее, чем ноги, то это надо обязательно учитывать. Еще кроссовки классные, они очень легкие. Мне они очень понравились. Если вы ищете кроссовки, то вот классный вариант. Очень легкие, невесомые. С джоггерами, с брюками, с джинсами, да под все. В принципе, совсем будут сочетаться. Еще есть поярче, да. Тоже хороший вариант. 60 фунтов. Также легкие, невесомые. Рекомендую прийти померить, если вам нужно что-то подобное. Хорошие кеды в манго. Базовый вариант, я считаю. Такие кеды вообще под все подойдут. Цена 50 фунтов. Классные. Еще жакет есть зеленого цвета. Точно такой, как я примеряла, собирала образ, но зеленого цвета. Рубашки хорошего кроя, современный крой, полоска горизонтальная, вертикальная, да, спущен рукав. Мне нравится сам крой. Цена 30 фунтов, размер S. Ну, не очень-то больше мерит. Ну, я бы, наверное, если бы себе брала, я бы взяла самый маленький размер. Хороший. Что еще? Видела еще рубашки. Также в полоску. Вот такие. Тоже интересная полоска. Интересное сочетание цветов. Размер М, 36 фунтов. Ну, больше мерят, девочки. Самый маленький размер. Я бы себе лично брала самый маленький размер. И спинка тут интересная. Ну все, девочки, буду на сегодня с вами прощаться. Надеюсь, мой обзор был вам интересен и полезен. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока!